В Иркутской области 40 техникумов и колледжей провели День открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Регион участвует в мероприятии уже пятый раз. Задача площадки – вывести систему профессионального образования на новый уровень, повысить престиж и увеличить конкурентоспособность кадрового резерва в сфере среднего образования. В Приангаре действуют 12 кластеров. В 6 из них обучаются около 3000 студентов по специальностям – сельское хозяйство, энергетика, металлургия, педагогика, туризм и сфера обслуживания, правоохранительная сфера и управление. Познакомиться с рабочими местами и деятельностью предприятий можно будет в 41 организации. Проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года по инициативе президента России Владимира Путина. Мы видим, что то количество ребят, которые приходят в рамках этой акции на предприятия и в сами техникумы и колледжи, то, как они задействуются в ходе экскурсионных мероприятий, профессиональных проб, набирает популярность, безусловно, этот проект, ну и что, собственно, способствует увеличению востребованности системы среднего профессионального образования во всей стране и, в частности, у нас в Иркутской области.